Очередной штормпрогноз передали сотрудники МЧС края на сегодня. Дожди и грозы пройдут на большей территории региона. Порывы ветра, по прогнозам, будут достигать 17-22 метров в секунду. При этом максимальная температура поднимется до 21 градуса и лишь в восточных районах до 26. В МЧС предупреждают, что при сильном ветре необходимо обходить стороной рекламные щиты, не оставлять автомобили вблизи деревьев. А во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить.